Изначально кандидатов на должность исполняющего обязанности было двое. Руководитель комитета социального развития Римма Ермоленко и руководитель комитета финансов Елена Логинова. Однако в бюллетенях появилось лишь одно имя – Ирины Мирошник, заместителя руководителя аппарата Петросовета. Во время тайного голосования депутатам не пришлось выбирать. В итоге «Слуги народа» поддержали единственного претендента. В количестве 18 голосов исполняющий обязанности городского педагогического округа Мирошник Ирина Юрьевна. По словам Ирины Мирошник, о возможном назначении она узнала буквально за пару дней и пока что испытывает смешанные чувства. Конечно, сложно сказать, что я спокойно, легко и радостно это восприняла. Я обязана просто не подвести депутатов и вместе с депутатами правительства Республики Карелия сделать все необходимое, чтобы город Петрозаводск продолжал развиваться в привычном режиме, вернее, начал развиваться. Ирина Мирошник будет исполнять обязанности главы карельской столицы до назначения сити-менеджера.